Сергей Воронов, когда послушал Сашу, он сказал, мне напоминает Башлачева. Вот так же глубоко и сильно, практически все творчество Нерадзюбеля разобрано на цитаты. Ну, он вельми деликатный. Все ж таки, не глядя на то, что в образ панковый, хулиган и там порушальник у всех норм и законов, вот середина, внутренность Саши, она все ж таки деликатная, вельми интеллигентная.